И снова у меня РТН. На свете я сгибаю нахуй плачу. Бля, это хорошо. И снова 6 дней ебашить в Warcraft. Да, ну почему? Задание дня суммонити Сиджу. Ну почему ТТГ опять пришлось идти мне? Нет, на ТТГ-то не пиздит, это геймбай. Ой, давайте великан убьем. Тут квест. На великана, нихуя себе. Че, мы будем великан убьем? Да. Будем. На 750 УД. Да, блядь, он не отвечается. Пиздец. Да, это быстро, Слав. У нас 3 часа на ссылка. У меня 2 перса. А если Багруха будет реально? Или Сердали упадут? Багруха Гер, да? Ну, конечно, я на престиж не пойду, на Мадвер. Мардаун, ты обреченный, ты понял? Я не обречен, я... Я вас всех порву. Мардаун проклят. Я вас всех порву. Ты пришел танчить, блядь, и, сука, в ДД-спеке стоит, нахуй. Он сказал, что танч пришел. Я сказал. Кто там сказал, что танч пришел? Или так, или сейчас попиздуешь на мордаун-то. На замену надо было говорить. А чё? Я уверен, что я вытанчу хоть что-то здесь вообще. Блядь. Может, там... Говорю, что ты такой охуенный танк, просто не въебать. Для обычек, да. Для героев. Ну, иди на ШП тогда. Ну, оф, танком побудешь. Меня ж, я же сдохну. А у меня во дворе, значит, Гоша... Постоять рядом. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. 4. Вы находитесь в самом сердце земли. 4. Да, в смысле, я слева его поставить, и все, там проблемы не будет. Там... Мам, я на ребро только за щитком. Но я и говорю, там все врываются в этого, как его зовут, который кастер. Его как бы не обязательно таунтить, а пока его убивают, он просто на агрит останет. Я тоже сегодня починил. Щиты все-таки кнопку нажимать, мы в гостинке сидим, у тебя кнопки нет. Слава не может многозатачность выполнять. Не, ну жестко, кстати. Слава на кнопку посадили, пиздец. Пиздец, блядь. Теперь у Славы две кнопки. Кнопка щитка и кнопка разговора. Он, блядь, не это... Как это называется, блядь, я забыл. Рел ебейший. Он не Юлий Цезарь, он с двумя задачами одновременно справиться не сможет. Слава, ну я так тоже через кнопку релю и чё? Это не оправдание. А у тебя одна кнопка просто, понимаешь? Ты ж больше кроме кнопки разговора ничего не нажимаешь, поэтому тебе и легко эрелить. А он еще щитки кидает. Понимаешь? Ну то есть... Ты понял? Тебя мобы бьют, агро набирается, щиток лопается и все, ты просто стоишь, понимаешь? А Слава, он щитки нажимает. Ты, блин... Так, тогда кнопки тоже тыкаю. Умный мысль. Надо просто этот щиточок, блядь, вечером пожрать приготовить. Что, Лебовский вчера посмотрел, сидишь, постпроцессинг, блядь, происходит, да? Умные мысли преследовали его, но он был быстрее, да, Вольт, да, про тебя, блядь. Ну, Донни плюс. Прикинь, есть, блядь, он сейчас просто заткнулся. Осуждаем Страфоня, блядь. Чиперип, ты спекнешься или мне в танк спекнешься? Ладно, Чиферим? Сиди на своем, я ДД обоссанном. Мне похуй, я тебя спрашиваю. Лучше спекнись в танк. Ему деваться некуда. Чиперип. Ваня, он третий, похуй. А, он третий, ладно. А, ладно, похуй тогда. Третий будешь. А это всего лишь одного босса, потом я зайду на... Масло мажем? Шкаф ебите. Юля, если что, я сейчас перекину всех 25-ку, чтобы не пиздели. Так. Шалфир на 3, мне грудь масло. А можно так же? Тебе нет. Слава, сделай мне массаж. Спасибо. Кулак дадите? Слава, тебе только, блядь. Могу только с линями. Область можно, блядь, маслом смазать. Ладно, смазан молодой. Ты сейчас. Ой, слышишь? Да, Войд, слышишь? Возьми неаполитан шамана, он блядь. Смотки у него желтает.
Можно кулак под друидом? 4 паладина, пожалуйста. По хантам кулак тоже. Ханта дорога. Нихуя себе. Нет врагов, ебать. Я не буду бить, пока кулак не будет нахуй на друидах. Точно не я. Ты или Вилаша? Точно не я. Я перепутал, это большие уши. Холидринг. Давай я. Тогда на пул нашего мальчика Холидрингчика. Блять, бафните кулака. Кулаки по друидам, блять. Кулака нахуй. Ну все нахуй, ГП лепим нахуй. Сейчас бы в гере не бафаться нахуй. Не, ну нет кулака реально. Трофу. И даже каски нету, блять. Bone Storm Cast. Вихрь соплей. Давайте, кто смешнее пошутит, блядь. Не шивая, давайте. По шипам играем, блядь. А у меня бычка. Долго живут шипы. И в лужах не купать. Слева на шипе водящий. А ты вода, нет, ты вода. Кто-то в центре сзади стоит. Он, видимо, вылетел или что? Таек, видимо, вылетел. Не хильте его, пусть сдохнет. Кто, а кто вылетел? Беги, малышка, беги. Ну, говоришь, вылетел? Кость, я половлю, иди там, это, понимаешь, его после крутки. Я извиняюсь, у меня интернет залагал тут. Я извиняюсь. Так, Катрисе Иннер в бидона, Вадикон Иннер в бидона, Сенх, Мэтт Фокс Иннер в Джандиса. Мэтт Фокс, Иннер, давай в бидона. Бля, почему я фулбосса без кулака? Это такая народная фишка. Недостоин, наверное. Мало пало в рейде. Было б 20. Ну так ты говоришь. Юлю не уронить. Бафа, я прота, блядь. Ну я прота, баф. Справа далеко. Добивать. Дай, дай бринтроль, я больше никогда... Да не будьте бринтроли, да, дадут мне запы танковские сейчас. Не забей. Запы дали, бринтроль нет. Сильно. Щет. Заходи, Лёха. Не упало.
Там осколок от подок спишет. Никуда шел фернатореньком. А, блять, ебаная кнопка нахуй. Да. У тебя кто первый, я или ты? Ну, да, танк пусть берет. На ноль монет. Пиздец. Борьба, блять, ты пять. Я погнал на вара. Типа, ебать, так расстроено, блядь, я погнал на вара. Ну, был бы бринтроль, было бы счастливо. Ну. Да. Ну, дал бы репичипу. Да я прикалываюсь, ты чё? Ну дай ему по приколу. Я ж не надо. Еби еще ГП, ну. Кивайся, добрый. Два осколок. Бля, я даже туда не пойду, в эту пачку, нахуй. Правильно, не лезь. Не лезь, дебил, сука, ебаный. А у нас так будут люди в восьмой пати висеть, нахуй, мне на полэкрана? Тебя ебёт? А тебя ебёт? Тебя ебёт? Да вы же поебитесь, а. Лёха, где ты там? Захожу. Ну так, бля, убери их. Патч сразу ставь. Да, сразу его ставлю. Я в ДД сейчас спекну. Я говорю, я сейчас в ДД спекну. Я прото буду. Лёха, он прото будет. Мы не распределились. Ты хуйнул в рейд, короче, еще двух паладинов. Или сколько, да. Чтобы, блядь, у нас бафы были наконец-то. Угу. Вау. Вы ж просили. Три паладина не могут разбафать три бафа, а вот пять паладинов смогут. Ну. Ебать. Кулак в каждый дом. Вообще-то в каждый дом. Доступный кулак, блядь. Помощник бежит. Блядь. Бля, убался. Ну там он репичип, Лёха и Юля танканут. Его надо вообще искоренить из рейда. Репичип сюда. Да я готов пойти на замену, господи. Ладно, леди танкану дальше сам. Ну ох, сбеги. А дальше не надо. Блять, там этот, там перед рейдом стоит чел с ником Милф Хантер. Второй хил смерти. Понял, сами убегаем от него. Хотя бы дед не посрамил честь всего пустыни. Щиток нажал. Витя, какая разница, если это стоится и прохиливается спокойно? Там пару человек рядом был. А хотя кому я говорю, что у него замутано? Ставим патч на духа. Так. У тебя там чатка на 60 вынос висит на запах. Ой, охуеть. Да, вот сейчас я лигов куплю там. Вау, я убрал, ебанись. Ты программист, что ли, блядь? Пиздец, нахуй. Так, я знаю, к кому за этим обратиться. Бать, спасибо за наставление. Бать. Третью и огонь поставьте. Дайте. Дядя Вася нахуй опа. Залетает. Вы это, блядь. Сильно-то не это, ебать. Ага. Да погнали на Вайшу, блядь. Так, ебать, дайте, ебать, блядь. Вообще. Лёша, не, Лёша, Маша обратно давай. А. Это the last. Of ass. Так, ну давай. Сейчас. Сейчас я жопу намажу, блядь, и обратно дам. Подожди. Сейчас я даже появлюсь.
Простите, эти сиротовские. Ультразвук, блять. Так, группы, которые Сирус, вот это, рейдфреймы. Давайте мы нахуй пойдем бить уже. Заходишь на страницу ВКонтакте, нажимаешь группы, отписаться. Сука, дебилы, блядь. И сум тогда. Ой. Она же хил, у нее должны быть эти, типа, какой-то такой по вуду или там бот. Давайте бить, фласка горит. Бля, классно. Фласка дымится нахуй. Ну, смотри, время от времени. В принципе, если никто не против, и если это будет быстро, можно. Кто будет первый на этой бабуле? Бабушке? Вау, можно я на боссе останусь? Я квадраты по контролю. Ну возьми, потом это, да, это сделаешь. Пристабаф. В трэш не играют почти. Трэш везде, с левой стороны. Бейте, блядь. Сакру дал. Да куда ты меня тянешь, блядь? Кто Амидамара убил? Милики, там приверженец на лестнице. Сбейте ему щит. Так он стоит в километре. Так похуй. Ну так подойдите. Бейте, блядь. Все, сбили щит, давайте бейте его постоянно. Амидамару, скорее всего, кружка убили. Морговская. Ну это уже хуй знает. Ну призыв не снимает. Висит. У тебя висит, у нас какая-то. На Мару под метеор попал. Извиняюсь. Чё, бля? Под какой метеор? Это у кого-то клепуха. Маговский. Да, стан стелся. Не, кружка бы так не ёбнула сильно. Может, я не ломаныч 28к внёс. Так, флот убили. Да куда ты чаш поймал? Ебать ты, блядь, конечно. Не играйте пока в леди. Трэш. 3 секунды. Контроль, контроль. Спасибо. Как эти... А, блядь, у меня... Сорян, у меня размашистые были. Тебе просто не повезло. Хорош. Мне просто, говорит, не повезло. Переводите быстрее. Я трэш хуярил. Они что, ломают? Бля, успели. Трэш сыграли. Блядь. Полидринг, на. Так я на пул, под напулом, блядь, бил. Духи возле босса, возле трэш. Дал станурги. Блять, прекращайте бить, а уе в мили. Кот грызет. Когда контроль. Вела не убейте, а вела не убейте. Дух под босса. Да, без пухи бегают. Дайте бафы, ебаные. Инту дал. Спасибо. В центре дух. Поднял. Трэши. Трэши дух под леди идет. Spirits. Под боссом дух. Ёбаный. Трэш идет. А трэш уже. Под боссом дух. За контроль. Мэтт Фокса под контрольте. Авелани с крыльями. Авелани стал даун. Так не, крылья это пофиг. Главное за контроль. Я убью. Дух идет в центре, в леди. Надо было раньше, чтобы он крылья нажал, я бы здесь пылил с него. Плут убили под боссом дух. Дух в леди идет, два двух в леди. Конечно,
Трэш свичнулись. Два духа с лестницы под босса. Ёбаный рот. Под боссом дух. Убейте меня нахуй, либо за контроль, либо быстро, иначе это же плохо кончится. Спирит. Рога за тобой, друг, бежит. Ты жаба теперь. Я встану, жаба и все правильно. Под боссом духе. Рога опять за тобой. Ну ты ж попросил за контроль, я кинул жабу. Спирит. На лестнице дух. Да, слышно. Дух у дяди. Дух у дяди бежит. Аж два духа у дяди бежит. Трэш убили. Ебать. Слава за контроль. У меня кош есть, аккуратно. Только не убейте Вайда, ради Христа. Дайте Инра по Джондису. За что, Никита? Дал. Ребята, босса трэш убили. Трэш свичнулись, добили трэш быстро. Под боссом. Трэш сыграли. И вы трэш и один дух. Все, контроль себя ввела не. Съебался. Под леди один дух. Да ебать! Спирит. В леди идет. Спирит. В леди дух. Рогу контроль. Контроль, контроль, я понимаю. Бидон, ставь ТТМ, шалфир на ману, дай. Спирит. Все, по трэшу можете не бить, по боссу бейте. Аккуратно, дух прям влезет. Доигрываем, босса убиваем. Сейчас МК будет. Спирит. Контроль. Афганистан. Под боссом дух. Спирит. Да сколько можно? Да, какой проказник, ведь я хотел нас хлопнуть. Там квест на великана, мы будем его бить сейчас? Шея, меткость, да? Да, понимаю, Костя. Я предлагаю сделать, там слава, как скажут. 15, блядь, раз не падал. Зато 3 кд к ряду теперь падает, сука, это шея ебан. Так и надо, все правильно. Там осколок. Шея какая? Это... Спасибо. Пожалуйста. А, спина. Сейчас. С кораблей кожаную ты имеешь в виду? Кожаная спина с кораблей надо кому-то? Да. Кожаная спина? С агилой? Ну, агильная. Ну, агильная, агильная. Мне нужна. Ну, Святос. Притом отпадает. Заебался и усыпал. Хотя у Притона приор выше.
Заебался уступать ее. Да, Гиры, я тебе сегодня писал там, нахуй. Вот эта вот история меня волнует больше. Всех, блядь, уже это волнует. Мне тут, нахуй, 10 человек уже пишут, что Даггеры сегодня точно. А, на призрак. Призрак. Не, ну Даггеры сегодня падают. Блядь, ну после дыха, нахуй. Третье место на... У призрака там приора святос нету. Заберет в любом случае Седжу. Так что сиди. Ну это чисто с этого, это чисто абсорб. Там приора. КЗ мне на ребре показывает. А, где танки, это блядь? Именно абсорб. Ну понял. Петушара летит куда-то, блядь. Ну и не говори. И не агрится. Осуждаю таких ДДшников. Вы там трэш убьете, дайте портануться, блядь, заебали. И чё? Не агрите, уёбка. Бля, уж... Ну дайте вот сейчас шкаф. Давайте быстрее. Блядь, не агрите. Ну кто, блядь? Бидон. А всё, блядь. Ну тыкаем быстрее. Или вилаш. Или вилаш. Ну всё, не успели, хуль. Прыг, скок. А... Не вилаш и не бидон. Ну, в обычке... Ну мы что-то да немного под... Ну а что? Сказали же, не бейте пока. Вы, блядь, сказали, когда мы уже возле великана были? Кого сказали еще до того, как на крышу шли? Блядь. В чем проблема, блядь? Я и говорю, в чем проблема-то у вас. У нас мага нету, он где-то под Далараном, видимо. Какой? Аек? Аек, да. Блядь. В обычке сделает квест. Ну он же в обычку ходит, блядь. Стоять. Сюда, в УХ, нахуй. Ну, мне кажется, лучше в УХ, чем квест сделать. Ну, типа, блядь, за палкой ему надо было лететь после орка. Ну, так-то да. Ну, так-то да. Мне кажется, сори, что сагрил. Кого, ну так-то да. Или моба? Да вообще все извините. Извиняюсь. Извинись. Перед всем, блядь, народом Китая. За то, что, блядь, стес нахуй. Вас так много стало, да? Чувствую нахуй. Так вот, генофонд разбавил маленько в Китае. Вверх надо съебаться. О, тыкните. Надо съебываться. Иммунитет съебываться. Заражение. Короче, надо страсат. Челлендж сделать, этот яд поймать, короче, весь инс снести его. Там... Да. Прикинь, он на Джайну перекинется и после шокит ее нахуй. После сурка квест дадите. Ну... Че, серьезно? Слава, мы еще в танке дальше продолжать, да? Хули ты джайна, бля. Бей руками. Чуть не наебнулся. Бей хуем. Леха, прото, там бафай. Я в ДД. Пока валяюсь, пока валяюсь. КД. А-а-а. Я сейчас стану. Не резай. Уже похуй, уже. Це слава. Реально. Да ебал, рот. Хуя себе? Откуда его появилась сумки? Поврежденка откуда-то взялась. Ну хуя себе, блядь. Я сам хуй понял. Отдавай пишет. Да кого это, блядь? Продавай, дели на весь рейд, нахуй. Иди пей. Я раньше тебя стоял, неважно куда ты отошел. В смысле, мне, блядь, у меня нету этой, блядь, чарки на ноги. Я не могу старфолами бить. Бля, ну скажи, что не хочешь просто. Ну, ну в смысле, ну мне тяжело бить в Т5 много трэша. Ладно, все, забей. Какая же проблема?
Реально. Пустите тоже в пушку меня. Витя, ступи пушку. Ауе скиллов вообще. Пошел лесом отсюда, слышишь, чё? Дебил, блядь. Витя, глянь, чё там? Там, блин, я бы тебе сказал бы сейчас, нахуй, чё там. Ну так скажи, чё ты как терпила? Катрисся, ты рада, и кулак есть. Вроде да. Я в ДД, блядь. Ты, блядь, на том корабле. Лёха, ну наш. Живу я тебя, блядь. О, Лёха. Вань, ты в куколке или нет? Чем еще заняться? Надо будет на друида зайти, потом тебе скинуть. Там сумка забитая. Уже? Угу. Не, ну банк еще свободен, правда. Забери протауру. Не огонь. И Мидамара третью возьми. Опа, видите, да? Что-то он на язычке сидит. Две пушки не стреляют. Так надо, ты не понимаешь. Что, тоже Ванька спамнет? Набесит. Юля умерла. Улетать. Meanwhile. Там 90 уже даже Юля был. Тем временем, блядь. Чего спались так? Чисто рассказчик, нахуй. Летите его. Одновременно с этим. Одновременно с тем. Ну как Бидона и Орги потеряли? Меня Мурадин еще ебнул, пока улетали. А тебя Мурадин весь ухуй? Ну да. Ну Барель. Сударь. А потому посему. Тебе там БР дали. Потом ты сам здесь. Урги, тебе БР дали. А, да? Я уже свернулся. Сударь Войд. Куда за тропу держим? С кем разговариваешь, блядь? Свой дом. Сам с собой. Завтра. Все, блядь, деменция. ГМ, завтра у меня почему-то в календаре написано не приходите, это что за хуйня? Хорошее дело. Ебать. Проктолог. Корабля. Проктолог. И тут вспоминает, что было это позавчера. Ну, я так-то знаю, кем ты работаешь, вот. Кем?
Блин. Ну типа. Карлик, ну, типа перелетайте. Типа для Слава, рейда, ты знаешь, где находится у мужчины простата? Ой. В да. жопе. Пальцем нет. Показать? Давай. Ну, пока не меня Славе покажи, Слава еще не знает он это. Бля, ты ему так один раз покажешь, ему еще понравится, блядь, ну нахуй. Нет, не думаю. Дебилы. Главное не стать фетишистом. Опа, плащ мрачного света. Угу. Опа, плащик упал. Лице. Сюда, плащик. Сюда, блядь. О, я ебать умный, я же за ДК квест взял, а за вара не взял. А бабочки сделаешь? Да похуй мне вообще на него поебать, абсолютно похуй. Ну, там Сэджи уговорил. А Сэджи не надо, он да, он хотел. Случайно. Ой, Вань, так он сам нажал, блядь? Да? Сука, ну... То, что я тебе сказал, блядь, что мне нужен, я его заберу. Два еврея, блядь. Охуели, да, там делят по консулу, да? Пусть Сэджи берет. Да, блядь, нихуя себе, вот стартовые всякие приколы раздает. Там ты видишь, блядь, как новички поднялись по ИП? Там вообще страшно сейчас. Сейчас не, мне вообще снизу там нихуя не видно, что сверху происходит. Ладно, я надеюсь, блядь, упадет этот силовой плащ. Сверху, блядь, так я не сверху, нахуй, вот именно. Ну, так вот, а я с самого низу там, так что мне пока что... Силовой я заберу, даже за ГП. На печеньке тут конст. Спрашиваю в рейде по Сефее, если кто-то уступит. Я бы смогу уступить, ничем нет, без разницы. А чё, рыбка будет? Не, сидел, ныл, но, блядь, сильная. Деда загнал, блядь, на приста, нахуй, и еще мозга ебёт. Я навалился. Я говорю, деда на приста загнал. Ну, ладно, хорошо. Зато Слава почувствует всю силу приста, скажет, я какой приз хороший. Всю силу. Заметьте, он уже даже приста подготовил. Очень видите, приятно. И колодец скачан. Так. Зараз. Колкостик сходить дать. Какой нахуй, все уже, блядь. Короче, Рог, напуливай трэш. Слава, ну получается, блядь. Кто ты? Получается, кто ты? А ты на хиле? Рикс так перед трэшем и пару вееров. Ну как пару, 4-5. Ну давай, да, примерно столько, блядь. Сейчас посмотрим, как ты 20 дашь. Пиздец, я боюсь, что не дам, нахуй. Куда? А что ты, ну, а тут поменьше 20, давай ГП. Когда не целовал шляпу, когда 30 целовали. Меньше 20 тысяч ДПС ГП, нахуй. Да, меньше 20к ГП. Соточка каждому. Накидывай сразу соточку тогда. Ну, репичи поможет накинуть. Что, 1 июля будет? Диван на Вилане. А, сейчас я тебе кину диван, кстати. Сначала боб, а потом диван. За диван ГП. За боб ГП. Настя, кнопки в мут, блядь. Вау. А с каким костью это манускриптом? Слушай, нет. А, нихуя. А чё? Мне просто интересно стало.
Тот я просто купил, чтоб в сумке полежал. А, ты купил уже 290? Да. А, бля, ну потестил бы. Тестил, хуйня. Для Т4 хуйня. Там трэш гуляет. Ну, гуляет по рейду. Блять! Нехуй бурю жать. Я не жал бурю. Да. Проклятие. Поверните, плиз. Не хочу быть бичом. Там забей, уже все забей. Не-не-не, еще можно. У Катриси есть. А Катриси никогда? У Катриси ротация. А хули вы хотели? Это кот. Ну все, в чест хиллбота. Катриси попал. Залагало. Залагало. О. Бля, ты еще хуёво. Ну ёпрасоте. Я не шутил, блядь. Опа, воля. Я так и держал сколько? 23-24, наверное. Ну, 20... Опа, воля, почти 27. Вот эти печеньку. Было вапнуть. Мне тоже печенька нужна. В принципе, более-менее, чем для... Т4. Я думаю, нормально. Давай. Какой тебе? Лава, какой нахуй себе, блядь? Чего, блядь? Можно я вам? Чем это или про гном какой-то нахуй с дивана вылез? Блядь. Ваня, пойдем почилим. Ну, давай. Замену еще уйду, уху, роль уволю. Блядь. Хрен его знает, Юля, чего они не падали. Ну, отдай, Свет. В левом углу ринга. Беброс. Ctrl, Alt, средний. Так он и чешку, и волю забрал в итоге? Да. Вы поделились тогда, я ебу. Но. Одному то, одному это. Ну, видите, чешка не очень, видимо, нужна. Нет, не чешка. О, чешка, не, да. Воля. На ММХанта чешка не очень. Это кто такое сказал нахуй? О, пойду Костик. Да, Ванька, пойдем Костик сдадим. С чешкой заебал. Да я могу на замену идти, раз печеньки тут не лутаются. Ну, не надо бежать. Сразу такой бой, ну ебать. Всем как бы... Я тоже такие условия люблю ставить, нахуй. Чуть нет, в смысле, печеньки нужны нам. Опа! Сколько эта хуйня стоит? Да, не на мой. Так-то. Ебать, сюда 750.
Я анвратин каунсер, а хуй. Просто фри нахуй. Это так же само Юля, он, как я за шеей 15 кд ходил, она не падала. А теперь сыпется, сука, каждый кд. Ну вот видишь, я уже замутил. А чё вам не хватает такого? Это... О чём? Ну, сейчас от рынка. Чего вам не хватает, блядь? Блядь, такие люди у нас врачи нахуй в России. Да, становится страшно. Страшно нахуй, что думаешь. Вахуй из тебя, говорю, чего вам не хватает? Этот сидит, чего вам не хватает? Мозгов, нахуй. Слава, там поешь, Вальк. Шизофрения. Вальку, Вальку. Вы хилы, блядь. Вы, блядь, танка, вы, блядь, эти нахуй, вы. Ты, сука. Или я в ретрике буду за вас всю работу делать. Хилы моча. Конча, блядь, а лучше... Так, это, Вальку ловим, блядь, вторую. Чё ко мне мордаун, блядь, подбежал нахуй, ёбаный врун. А то один хуй найдётся. Ёбаные волки, блядь. Куда подбежал к тебе? Дай лукера вот. Крэш, добивайте пока. Патрисия, скажи. Куда подбежал? К ёбаным волкам. Слава, Слав, перекинь, пожалуйста, ГП за чешку мне. Опа! Да договаривались. Ну да. А у нас еще что-то есть врач, кстати. А вы типа поспорили, что типа если воля выпадет. Ничего поменять? Не спорили. А. Сейчас перекину. Хиль. Да, просто перекинь, пожалуйста. Ну, ты Валя, просто отжал у него чешку или как это? Это 50 ГП. Так же, как дед отжал печеньку. А че, ты чешку отжал, реально? На, душу. Так она блядь, этот... ебать, блядь. Это ж Т-10-2. Ебать, блядь. Нахуй я тебе ее лутать? Кого? Ну ты забрал печеньку Т-10-2. Т-10-3. Три? Три упало не на друида. На приста упало. А мне нужно два. Угу. Мне нужно два и три, типа, чтоб голову проапать. Ну, до босса давай дойдем, я тебе скину. Мне тоже печенька надо. Да, сейчас. Третья. Пиздил печеньку и ушел, называется РЛ. Ну, чисто самоутвердиться в очередной раз. Давайте души пофармим. Давай. Ребята, кто у нас врач? Правильно, в чатике сидит? Урги. В чате нету. Урги. Он не врач. А какая специальность? Патология. Прикольно. Патология. Бля! Я уже слышали, блядь. Старый шутит, блядь. Да там нахуй сидит гоблин, ебаный. Матч роль сидит, нахуй. Уже просто, мне уже даже выдавливать нечего там. Пиздец. Ну ты не в туалет, чтоб давить. Кому вылетит? Я так понял, у тебя с запором проблем нет. Не, ну вы, блядь, сегодня мужики вообще на уровне, пиздец. Особенно Войд, нахуй, как что-то ляпнет, ебать. Тем временем, да. Нахуй. Следствие вели, блядь. Чисто, блядь. Рассказ, блядь, притча. Слушаем. Ленточка, ленточка, ленточка упала. Взятый, ты тактику на чумку помнишь? Звучит неубедительно. Звучит как, блядь. Поройте ленточку, блядь. Заберите ленточку или дайте мне ее. Хочу ее. Ролить. Заебись, ролл. Так, на тухлика вспомнил. Сейчас прогнили, я сижу, думаю. Целый. Там вперед Серджи, кто бегает? Рапус скрыли. Ну, тот, кто хочет пофармить трэш. Так не падают с этих, с этого трэша души. Боешки, наверное, пофармить. Они просто пофармить. Просто пофармить, блять, реально. Чисто рыбу покачать, надо. Че, реба? Натацию покренить, да? Кого там кольца, блять, не максимальные? Ну-ка, просыпаемся. На тухлом, в отличие от обычки, пельмени будут лететь.
Это я помню, да. А вот что на гниле происходит? На ранже стоишь. Там чип убили летят. Повела не один кидает. Сейчас, скорее всего, на ранжу поставят. Когда маленький на тебе будешь блевать, а отворачивай, чтоб не в рейд. Вот. Если скажут, то маленьких сводить. Че, вы ленточку там вообще не ролите, что ли? Да паролили ее уже. Уже что, дали. Самый главный лут. Что-то Костя ролл кидает. Все не ролили, получается. Блять, парольте ленточку. Так-то ленточка 100 ДПС дает. Фу. Не, хуйня, мне жаль, мы не все, ебать. Из риса, что ли, блять? Из тофу. Оо, нихуя, из тофу. А че такое тофу? Уже серьезно. Сыр такой. Какой такой сыр? Ну, в котором мало жира. Для говноедов. А без жира, для этих веганов ебаных. 120 секунд? Учим цифры свой дом. Алфавит уже выучили. Осталась цифра. А ведь, сука, мог просто прописать slash reload, блядь. Угу. Оперативно ты, кстати, мой пахан. Такой древний, блядь. Yes, sir. Оторвать его от скалы надо, блядь. Я долгуюсь. Не показалось. Когда кажется колесицем. Тебе не кажется. И да, я срал. Ну, показывал немного. Бля, как хочется. В жопу, блядь. Если для вас привычно людям в жопу давать, понятно. Попробовать релоуниться, блядь. Если что-то, Рома, я скажу. На боссе Юля? Ну да, Юля начинает. Ок. Мы оба на боссе, только она первая. Я не знаю, там... Не интересует, кто первый. Лёха с Аеком или Апродексом после тебя и шли на эту ленту. Геру. Блядь, пельмени ебаные. Пельмени только. Много мяса, мало теста. Пельмени. А куда он летит? Не видно нихуя? В РДД. А, нормально. Видимость просто нахуй отсутствует. Споры разнесите? В мили. Споры, да. О, а, вот да. Пельмень по центру босса. Ой-ой-ой. Опа, репичик. Под правой ногой. Правой ногой. Видимость охуительная. По центру босса. Ой-ой-ой. Куда? Танк. Правая нога. А где право, где лево? Пусть нет, у меня фигуля. А это уже другая история. Как отличить правую ногу от второй, да? По центру босс. По центру босс. Блять, заебало нахуй. Да, по центру заебало кидать. Да вообще в миле заебал, блядь. Mm-hmm. Вы стойте под двумя ногами разными, что, блядь, в миле одну, тело. Кружок. Правая нога. Ой-ой-ой, мертвецы.
бичцы, я бы сказал. Это как хлебцы, только что-то другое. В РДД. В РДД, блядь. Дон, беги. Вадикон, дай иннер по бидону. Ебать, мы его сложили, нахуй. Срочно. Пельмень, пельмень летит. Да ну нахуй. Рыбок зашел. Рога бикса. У него вроде есть. А кисти не падают, у него сука. Есть. А, я понял, нахуй. Лутер на мне забрал. Сейчас, если еще даггер упадет, какое-то или кольцо, пиздец. Да, да, передамажил Костю сюда. Кольцо? Я стоял, блядь, смотрел, блядь, ну, да, за этими пельменями. Вот это. А что тебе, Витя, идти надо? Да, ненадолго. Там по Софии было. Ну, мне прям капец совесть грызет его менять. Забери сразу, чтобы я видел. Почему? Нет, поменяешь, поменяешь. Ну, с Толгорода она с проком. Поинтереснее, мне кажется. Нет. Я, если шо, что, наверное, распил забрал. Хз, что у тебя на мастерство стоит? Пусть. Камни, что ли? Я взял. А, взял? Мастерство? Ты 120 а потеряешь. Да плюс. Если ты на распил взял. Он пишет в группе. Консилятор, ты идешь? По Сефее идешь в рейд? Я Вите надо отойти. Все, я с ума. Ваня, кинь скрин, пожалуйста. Я скинул сурка. Угу. Не, стухлого тоже скинь, можешь мне в ЛС проскинуть. Пока ничего не давайте, я вернусь. Бля, просто бафа нет, пиздец. Сейчас хочу сверить. Ебануться, спасибо. Ты просто скажи, кто из РДД на рейнже стоит, и все. Да стоят уже все. Все, тогда чек и пул. Я, кстати, после этого босса отхожу. Там и только пол. От входа, смотрите, есть два человека. Так, инту приста баф, дух и защиту тьмы обновить. Что, так же Юля, да, на боссе? Да. Юля, что там? Ты готова? Юля. Прыгает. Прыгает. Все. 5, 4, 3, 2, 1. Дайте ГП за такой. Просто. Поэтому был. Все, АДБМ. АДБМ. А, у меня просто 2 ДБМа запустилось. Ну, у тебя еще обычно запустился. С чем так делать? Не знаю. Так вот. Так устроено. Но он сови. Mm-hmm.
Вадикон и Мэтт Фокс Иннер по бидону. Сколько уже стаков там? Два. Два. Забагало. Блядь, ну разбегитесь немного, слишком кучно встали. Лёха, большой подвоз. Понесли. Выдержите. Четыре. Четыре стак. На мне сейчас большой будет. Угу, бегу. В кресте. Готовьтесь, хули. Я скажу, когда. Здравия, готовимся. Побежали. На РДД повыбегайте. На рейндж, да, встаньте. Вадикон, Реса и... Мэтт Фокс, Мэтт Фокс. Диспел меня. Подошел ближе. Я умер. Добивайте. Ёбаный. Ну да, блять, разливайся. Мудак. Чисто все на приз плюс этот паладин. Сколько у тебя хосты, Кость? 1220. Нихуя. Блять, плащ не выпал, сука. Он не падает что-то, кстати. Да. Зато до этого по КДК падал. Ну, похуй вообще. Я знаю, где этот плащ. Лава, осколок. У меня в сумке. Я понял. Не, этот плащ на мне. Зачем? А хотя ладно. Ой. На минутку отойду. Готэм что? Рошамы хилить начали? Ну конечно, ты что думал? Нихуя себе. Бидон. Какие рошамы? Разобрался просто. Рошамы. Бидон на втором месте. Ну он разобрался по хилу просто и все. 10к хпс. Понимаю, блядь. Ну ладно, хотя тут босс еще где, куча дома. 12500 стоит 1ДС. То есть невыгодно покупать его за УД. Блин, 1002, забыл Роми Джагу. 3-4 голды, да, это, наверное, он сейчас стоит. 3700 где-то. Ебать, подешевел. Да. Раньше шестерик его стабильно было. Ну, науки 4300, 4... Ну, давайте по фасту, я отойду, блядь. 3700. И отойти надо. Вадикон первый, я второй. Урги, у тебя показывают? Да, двух хватит. Дайте еду. Ты это... Мордаунт, давай, скажи 400. Все попадают. Оха-ху. О, поражусь сначала. Пиздец-то, блядь. 5 членов варпин. Короче, взятый, смотри, все то же самое, что и в обычке, только на перифазе выходит 2 слезня. Смотришь, какой у тебя дебаф. Если оранжевый, то в крестик. Если зеленый, то в трусы становишься.
Подавился. Пельмени, соответственно, не ловит. Минту, а продакс обнови. Минту. Ой, блядь. А можно джифса? По-братски чисто. О, спасибо. Да подожди, пусть он в луже наберет. Да там Юля кинет ему лужи. Все хорошо, все хорошо. Начинайте. 5, 4, 3, 2, 1. Озвучим, если что. Полокаст. Зеленый появляется, свич в него. Добили и переводим. Сейчас дебафы свои смотри. В зеленую метку, о, зеленую с зеленым дебафом. Зависло. Погоди, погоди, тут зависло. Лёха. Ой, стойте в метке, стойте. Да. Хуй забейте, стойте в метке. Массакру, массакру. Оп. Всё, стоим, не двигаемся. Бегите в красного. Смена цели рыжего. Пельмени поли... Выбежали, выбежали, пельмени избегаем. Сейчас там еще одни пельмени. Бегите с крест. Колбы. От лучше от води. Рыжий появляется. Пельмени. РДД сыграли в рыжего. Милики свич. Нормально вы колбы ловите. Колбы царские, блядь. Отведи, они сейчас взорвутся, блядь. Залагал, наверное. А-а-а, ну да. Скорее всего. А у нас есть кому? Никому, да? Хуйня. Ой, вроде уже тут. Зеленого свет. О, она, она жила. Чё тебе дать, нахуй? Я не понимаю. Иннер. Говори громче, нахуй. Вообще сидишь, молчишь, блядь. Аккуратно, пельмени. Всё, разбежались. Отбежали, отбежали, пельмени. Лужа, Лёха. Аккуратно. Колба в центре. Там близко к ним не подходите, они взорвутся. Да, все, взорвались, нормально. Рыжего бить сейчас. Леха, рыжий. Берегитесь. Пельмени. РДД сыграли. Выбегай. Веди его так, чтобы он через профошел. Миленький свич. Ладно, похуй. Уже похуй. Лужа. Стоп ДПС. Пельмени. Побежали. Надо стопнуть. Стоп ДПС. Зеленого ста. Играем. Зеленого сыграли и переводим профа. Вадикон готов. Лужа полет. Берегитесь.
твои добавки смотрим. Зеленую метку. А как они пельмени хавают? Захиливайте. Нахавались. Дайте сейф какой-то. Я умер. Агрити кто-то за меня или Берти. Мэтт Фокс бернишь сразу. Можно им помочь? Бля, слезняк. Что нужно? Юля, вдруг... Кто там второй? Таунтити. Я под... А кто второй? У меня шешевка был. Забирай, забирай. Мэтт Фокс, БР! У него когда? У меня когда 30 секунд еще. Ну чё, пусть ханты потаунтят. Где там Пасифея? Все, забирай. Все, на холи дринке 3 стака надо, кто-то да, что-то менял. Урги, готовься. Да ёпта. Инвизибл. Давай, таунти. Врубил таймер, Invisible. Кстати, она начала мне отчитывать голосом. Блядь. Кого бэрить? Короче, инвизибл таунти я побью. Я давай, инвизибл таунти. Пельмени. Инвизибл, таунти. Да он видит, скорее всего, расслабься. Сейчас колба будет. Мне надо еще, нет? Да, на нет, Юле 2. Две... Не, забей. Кто в танк там заберете на 300? Леха, забирай. Что, доигрываю? О, как же я ебашу, блядь. Не хочет падать, короче. Но... Осколок. Тупо 21. Старый, ты знаешь, что ты невезучий? Одна печенька, блядь, выпала и ту спиздил. И ту спиздил, да. Пиздец. Все нормально. Это, блядь, первая наоборотная печенька. 4-3. Да. А что вы хотели? Это не думал. 3 консу. Так, я отойду на минут 15, наверное. Не было. Замена есть? Давай. Давайте. А консул, типа, мы жмем ЕПГП или типа мы жмем консул? ЕПГП жми. Что тебе надо, ЕПГП. Бля, я консул нажал, ну похуй. Ну, без разницы. У меня 2260. Трэш, не пульте, поставьте шкаф. Скоро буду. Никитос, только портанись. А я просто из игры вышел. Давай. Я, может, бидону лучше? Он... Пока у него 4-5. А, на второй спек, да, у него 271 башка. Ну. Че, канцелятор тогда? У меня не одного. Почилишь? Пуска нету. Ему бидон 4 куска без головы, не, как ты мне. Можно я почилю? Секундочку, внимание дайте. 4-5 одевают голову Т-10, потому что... У него голова уже одета Т-10. Какая? 271. Это он на офспек. 71 это Т-4. 77-я Т-10. Т-10 она голову хочет. Все, кто 4 Т-5, берут сейчас голову себе Т-10. Так, у него... Добавить у него... У него... А, у него Т-4. Будет 277-я крит-хаст. У него Т-4. А ты думаю на пару минут. Что-то ТГ-шные чарки сейчас не берут на Т-5. Валема две чарки берут. Я тоже так думаю, что... Ну, Валема берут запы плюс эти ботинки. В принципе, и руки можно так же. Ну, там руки можно. Давайте башку и все. Да, да, да. Чего мы ждем-то? Да, да, хорош, Лех. Там...